Будем надеяться, что прогноз сбудется, ведь в этом году отмечать День Победы будем офлайн. 9 мая в областном центре откроются десятки праздничных площадок. Основные мероприятия пройдут в центральной части города. Уже в 9 утра у Тюменского технопарка и на площадях 400-летия Тюмени и борцов революции откроются выставки военной техники. В 10 часов состоится торжественное прохождение войск Тюменского военного гарнизона и шествие бессмертного полка. В 14 часов на площади у технопарка пройдет плацпарад «Твику». Через час они переместятся на площадь 400-летия Тюмени. Концертные площадки будут организованы в скверах, на аллеях и при школьных территориях. Там выступят творческие коллективы, пройдут выставки, мастер-классы и спортивные состязания. Вечером по улицам города состоится торжественное прохождение военной техники. Завершится праздник фейерверком. Горожане смогут полюбоваться им с набережной Туры. Начало в 22 часа. Для всех желающих присоединиться к шествию «Бессмертный полк» напоминаем, 9 мая колонны начнут формировать в исторической части города. С половины 10 на пересечении улиц Республики и Челюскинцев и далее от Кирова до Луначарского. Старт в 11:00. Тюменцы смогут пройти в шеренгах до площади 400-летия Тюмени или площади памяти у технопарка, где в это время будет работать наша мобильная студия. Телеканал «Тюменское время» уже 7-й раз проводит акцию «Я горжусь». Место знаковое. Здесь, на пилонах у Вечного огня, нанесены имена 6500 наших земляков, не вернувшихся с войны. Участники акции в эфире могут рассказать историю героя своей семьи. Мы ждем вас с 11 до 13 часов. Тюменцы приходили не только с портретами, пройдя в колонию «Бессмертный полк». Они приносили с собой треугольнички, фронтовые письма, какие-то воспоминания, которые нашли на чердаке. Читали стихотворения своих родственников, которые вот тогда вернулись с фронта. Например, я помню стихотворение медсестры, которая выносила с поля боя раненых. И это было очень трогательно, и действительно сдержать слез там в этот день очень сложно.